Шоу «Точь в точь, как олень». Необычный конкурс прошел в немецком Дортмунде. Там выясняли, кто лучше умеет имитировать боевой клич парнокопытных. Желающих попробовать свои силы набралось почти 20 человек. Среди них была и представительница прекрасного пола. Чтобы добиться максимальной реалистичности звучания, в ход пошли и стеклянные трубки, и бычьи рога, и морские раковины. В результате жюри выбрало 3 победителей. В мае они представят Германию на европейском чемпионате.